Второй день Сергиев Посад. 14-я школа «Бурлят». Во вторник наши биатлонисты на Олимпиаде в Пекине заняли 3-е место в эстафете. Первым стартовал наш земляк Карим Халили, выпускник 14-й школы. Сегодня мы созвонились с мамой Карима, Татьяной Евгеньевной. Мы созваниваемся каждый день, независимо от того, побеждает он или проигрывает. Но, конечно, он очень рад. Это была его мечта с детского возраста. Вообще мечта стать большим спортсменом, попасть на Олимпиаду, участвовать. И то, что он выиграл вчера медаль, это, конечно, итог, ну пусть еще такой промежуточный итог его еще не очень большого спортивного пути, но это как один из, одна ступенька. Да. В его карьере одна из ступеней. И, в общем-то, он, я считаю, очень достойно прошел ее. И он очень рад, конечно, завоеванной медали. Он очень рад тому, что он справился с очень важным этапом, первым этапом эстафеты, что ему доверили этот этап. И что ему удалось, в общем-то, хорошо его пройти, не подвести команду и очень достойно представить страну. Олимпийский чемпион Александр Легков болел за нашего Карима и биатлонистов с пекинской трибуны. Болели все ученики 14-й школы. Подбегали дети и говорили: Ирина Васильевна, а можно нам отпроситься с уроков? Мы все сдали, пожалуйста. Ирина Васильевна, а у нас физкультура? А можно мы тоже прибежим? Мы потом добежим свою дистанцию. Я говорю, можно. И когда говорили, Ирина Васильевна, а если он, наша команда победит, можно мы пойдем домой? Мы начали рисовать плакаты, потом быстро-быстро пошли смотреть, как... Бежит Карим, да? Да. Так, ну что на плакатах-то написали? Карим Халили. И нарисовали олимпийские кольца. Делали плакаты и поддерживали его, хлопали ему и также кричали, то, чтобы он победил. В вашем классе или в вашей школе все-таки? В нашей школе. Самые эмоциональные болельщики – третьеклассники. И плакаты писали, и песни пели, а в конце даже поплакали. К сожалению, получилось так, что в конце у нас не получилась золотая медаль, да? Но зато бронзовая получилась? Да! Конечно! Все равно мы рады, правда, ребята? Да! Ольга Двойных не только блестящий математик, но и ярая болельщица. Побывала на всех соревнованиях Карима Халили, кроме международных. Атмосфера на биатлоне необыкновенная, потому что как болельщик, не Карима вообще, я, конечно, на Кубке мира езжу. Несколько раз была в Осло. И гордость за свою страну, единение с другими болельщиками. Но оно необыкновенное, конечно, там на трибунах и на трассе тоже. У Елены Сидоровой, классного руководителя Карима, другие воспоминания. В старших классах юноша уже много тренировался, но надо было и готовиться к выпускным экзаменам. Порой это было с юмором. Час сидим, занимаемся, работаем. Потом Карим показывает на часы и говорит: Елена Михайловна, пора бежать. Ну, был еще такой интересный эпизод, когда мама, очень переживая, спрашивает: сыночек, как же ты будешь писать ЕГЭ? И он говорит: ручкой, мама, ручкой, все будет хорошо. Шире, и руки работают, руки. Сегодняшние ученики только осваивают лыжню. Говорят, Карим Халили тоже не сразу полюбил лыжи. Все начиналось с простого интереса к биатлону. Валерий Дмитриев вместе с Каримом начинал тренировки. Однажды даже встретились в Финляндии, куда, не сговариваясь, вместе с родителями отправились на этап Кубка мира по биатлону, поболеть за наших. Карим любил смотреть биатлон со своими родителями, я любил смотреть биатлон, и мы поехали, не сговаривавшись, мы поехали на этап Кубка мира в Финляндию, в Кантиолахте, где мы, собственно, с Каримом случайно увиделись, вот, и с этого момента мы начали побольше общаться. Вот, Карим после этого начал заниматься лыжными гонками, вот, он меня звал тоже вместе с ним, ну, собственно, я и пошел. То есть вы тоже занимаетесь лыжной гонкой? Да, я занимался, мы вместе с ним тренировались, сначала лыжами, потом у одного тренера в биатлоне мы вместе тренировались.
Потом он пошел дальше по карьерной лестнице, но я закончил. Это в московском регионе середина февраля, по-весеннему теплое. Сутками ранее Пекин проверял биатлонистов на прочность. Сильный, обдающий морозом ветер, непростая лыжня. На первом этапе 23-летний Карим Халили выиграл нашей команде дополнительные секунды. Следующие два этапа тоже успешные. Четвертый дал сбой. Промахи и падения. Обидно, но такое бывает. Снег там очень тяжелый. Там искусственный снег вперемешку с песком и плюс свежий снег, который насыпал крошкой. То есть мазь быстро сходит, нужно на подъемах мазь такая, чтобы она держала. Лыжникам тяжело, потом в условиях высокогорья мышцы забивает молочная кислота, дышать становится тяжело. И когда они спускаются вот в низинки под спуск, они стараются продышаться побольше, чтобы организм обогатился кислородом, чтобы гонку провести на достойном уровне. Сразу после победы наших биатлонистов Ирина Горшкова, директор 14-й школы, написала Кариму смс-сообщение. Я ему написала: «Дорогой наш Карим, болели за нашу команду, за тебя все, ученики, учителя. Ты большой молодец и великий труженик». Ну а Карим, ты ответил все? Гордимся, желаем побед. Ага. Конечно. Так, все переписка заканчивается тем, что он обязательно желает нам тоже успехов. В этот момент он написал: «Спасибо большое, Ирина Васильевна, я этим очень горжусь». Привет, Карим! Известно, что 26 февраля Карим Халили примет участие в гонке Легкова уже у нас, в Пересвете. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Тема.